Привет! Сегодня хочу рассказать об одном, всего одном удивительном упражнении, которое, первое, избавит вас от сутулости. Если вы будете постоянно с ним работать, вы будете более прямее ходить. У кого небольшая сутулость, обязательно с этим упражнением работайте. Существует куча упражнений для расслабления спины, от сутулости, от чего-то там еще. Но это упражнение очень простое. Просто работайте с этим упражнением хотя бы раз в два дня, но постоянно. И результаты будут однозначны. Наряду с укреплением мышц спины и ягодиц, а также вот этой части ног, еще наступает, естественно, и расслабление, так как вы будете сжиматься и потом типа расслабляться. И мышцы спины потом в итоге будут расслабляться. Ну и, конечно же, в момент, когда вы будете делать это упражнение, укрепляются вообще все мышцы спины. Это упражнение абсолютно безопасно и минимально воздействует на наш позвоночник. Это очень важно людям после 40 лет, а также людям, у которых были различные травмы, как спины, так и позвоночника. Естественно, если у вас что-то вообще очень серьезное, посоветуйтесь, конечно, с врачом. Это упражнение называется «Супермен». Просто ложимся вот так. Руки сильно вперед и приподнимаемся. Если, конечно, вам после 40, это будет трудно делать. Если вы молодой, то это делать очень легко. Самое главное, руки сильно вытягивать. Вытягиваем ноги и приподнимаемся. Если на втором этапе у вас силы появятся, то вы можете удерживать тело в этом положении 5-6 секунд. Вот так. На первом этапе, первую неделю, достаточно 3-5 раз так делать. Потом можете увеличивать как и количество упражнений, ну, например, до 20-30, так и задерживаться где-то на 30 секунд, если вы уже укрепите свою спинку. Вот, в принципе, и все. Будьте здоровы! Ссылочки на другие мои упражнения и другие полезные советы вы найдете под этим видео. Ну, если вам нравятся мои советы для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши небольшие комментарии, ваши спасибки в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!